Привет, друзья, сегодня 8 марта, и мы с Андреем отправились в лес. Сейчас мы в лесу, и Андрей меня убеждает, что типа тут есть, ну, в России не подснежники, у нас тут это пролески. Вот, ну, я не уверен, что сейчас они есть, потому что сейчас они только начинают расти. Шандрик, а ты что нашел? Бубку нашел? Да, вот я нашел, смотрите. Так что вот это подходит, чтобы взять домой. Ну, бери, Андрей, может быть, они откроются. Кстати, друзья, они, походу, должны... Может быть, я и ошибился, но они еще недостаточно должны быть такими. Поэтому... Такие вот делишки. Солнце светит классно вообще. 8 марта, как сказать... Число хорошее, потому что оно и не холодно, и не жарко. Сейчас в лесу так сыровато немного, потому что и немного, конечно, грязновато. Но под листьями это не так заметно. Вот такой сегодня будет влог. Сегодня будем ходить, показывать вам что-то, может. Вот, кстати, у меня вот такой вот ножичек. Вот. Так что снимаю я сейчас один. Андрюха мне не хочет помогать снимать. Обиделся, наверное. Ну, мы будем сейчас стараться вам показать, может, что-то тут есть вообще в этом лесу. Ну, вроде бы Андрей говорил, что он 2 дня назад со своей подругой, ну, с одноклассницей, ходил там в другой лес, и там уже, ну, были снежники. Вот так вот. Все, сейчас я переключаюсь сюда и буду теперь вам показывать. Все, то есть себя как-то показывать каждый раз не очень. Такой вот лес классный, тут деревья. Камера, конечно же, будет труситься, потому что я иду, и иду, и иду. То, что я иду, камера трусится, поэтому по-другому я снимать никак не могу. Там он, если мы сейчас я приближу камеру, там есть снежочек. Вон там. Там есть снег. Вот там. И поэтому мы, наверное, туда не будем идти, потому что смысла просто нету. Нет, так кажется. Так. Опасно, опасно. Опаньки, Андрюха, еще нашел. Еще нашел, Андрюха. Так, уже 2 получается нашел. Вот такие, я не знаю, вам видно, потому что я не вижу экрана, это оно сильно отсвечивает. Так, вот. Буду держать теперь. Моя теперь задача не только снимать, но держать вот эти точки. Они, конечно, красивые, на халяву получить и там подарить кому-то, это прикольно. Да они еще плюс и пахнут хорошо. Как-то не пахнут, пахнут. Они раскрываются и пахнут. Что ты хочешь, Андрюха, сказать? Ничего. Может. Я еще хочу найти. Да все хотят найти. Ну и он зрители тоже, которые смотрят, тоже хотят. Цветочков нет. Нет, цветочков нет. Ну, пошли дальше, да? Да, друзья, сегодня, конечно, денек удался, но не совсем. Я думал, там будет... Просто далеко идти от своего дома сюда в лес, это реально далеко где-то. Ну, километр где-то есть, честно скажу. И шли мы долго, я не заснял, как мы шли, потому что это реально долго. Да и я не хочу, чтобы видео было тоже долгим. Вот так вот. Мох. Вот тут мох и тут мох. Везде мох. Должно быть с одной стороны мох. Ну ладно.
тише, а то тут поют птенчики или птицы даже. А Лёх, ты не против, если я их в карман положу? А, да блин. Просто ж мне тоже, друзья, охота тоже поискать. А я не могу. Что, опять нашел? О, нашел. Ну, видишь, Андрей, они еще маленькие. Они еще... Покажи в камеру, что там нашел. Вот такой вот. Ага. Так, куда пойдем теперь? Наверх, мне кажется, не стоит подниматься уже. Ты уверен? Ну, возможно. Ну пошли наверх, пошли, пошли наверх. А, тут уже кто-то бывал. Смотрите, ребята. Так что я был прав, они тут были, но мы не успели за кем-то. Уже кто-то собирал. Ну ладно, их закопать надо. Не, Андрей, видишь, еще есть вот этот вверх. Вот, видишь? Ну, надо его прикопать. Он еще вырастет, я думаю. Эти, друзья, некоторые рвут, я не знаю, там кто такие плохие люди. Ну а мы их срезаем, потому что корни оставляем. Потому что их сейчас очень мало осталось, и нужно, чтобы они росли и приносили нам радость. Вот. Боже, у меня же руки забиты. Все забито. Алёх, может ты хочешь понести их, а? Да. Вот так бывает. Когда что-то... Вот всегда я что-то несу. Андрюха вообще ничего не... Никогда... Он у него только ножичек, он срезает, будет показывать, да и все. Мне приходится просто держать это, плюс держать ножик и плюс и камеру. Представляете? У меня полностью все забито. Эх, деревья пролезли вроде бы. А еще хочу сказать, друзья, что вчера мы были на рыбалке, и я не хотела снимать. Это ужасная была рыбалка. Это даже и не рыбалка была, потому что еще у нас лед не сошел вообще. Еще, ну, лед остался, но только очень мало. Но там невозможно позакидывать спиннингом. Вот. Там реально невозможно позакидывать. Мы вчера, короче, были. Вот. Короче, пришли туда. Полно грязюки. Полно там всего там. Там была яма. Мы попробовали. Ну там уже все растаяло. Но там вообще ничего не брало. И мы ловили на ультралайт. На джиг. Вот. Силиконка. И ничего не брало. Вчера я потеряла одну силикошку. Одну застежку и. И там еще чебурашка такая называется, которую я вам показывал. Если вы вспомните, там на видео это было. Я показывал там чебурашку. Это, короче, такое грузило. И там, короче, кукушки такие. Боже, куда мы зашли, короче? Фуф, я лично уже устал путешествовать. Мы вот еще до того, как... Ну, я снимал, еще, ну, уже давно ходим, еще перед этим снимал. До этого мы ходили, как я сейчас снимаю. Вот.
Андрюха уже убежал, а мне остается идти. Идти и снимать. Угу. Я не знаю, что это, ну ладно. Походу, кустырица или что-то. Тут полно деревьев. Вот. Чтобы вам так было видно, все хорошо. В лесу так тихо, хорошо-то. Лично, если вам хочется побыть наедине, то можно сюда в лес идти. И тут можно быть наедине с самим собой, там, может, там кто-то обидел или еще. Но это даже не важно. Вот. Вообще тихо. Хорошо. Птички тут были. Птички, я же много раз говорил. Реально поют, если вам слышно. Но мне так тихо-тихо поют. Вот Андрюха пошел. Все, наверное, друзья, мы там дальше пойдем. Ну вот уже что-то есть у нас. Это значит, что Андрюха, наверное, был все-таки прав. Я буду уже, наверное, это выключать камеру, мы будем там дальше идти, чтобы этот видеоролик не был таким долгим и вы не устали. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока, пока.